Мирәбе дуслар! Хәйрле көндәр, арқадашлар! Бүгін жұма әртісі демек эфирде Кене Балалент яйыны. Сізлерін эфирде мен Алие ве достым Дженке болдажамыз. Біз бүгін мирақлы рубрикаларымызны бақыжақмыз. Вәлбетті мұсафырымызны қаршылажамыз, гүзел левқаларымызны көстережеміз. Шымды есе бөле левқаларындан бұрысыны бақмаға теклі фәтем. Қайырлы көндер, достылар, мен бүгінпе қолайлы ве айны вақытта кейф көтерген қапыныма теклеф әтмеге істейм. Оны ясамақ үчін бізге отмек, қашқавал, зейтун, ешілік, пүшкен емірта ве калбас керек олыджақ. Бұл қапынмада біз қайылымызны чалыштырмақ керекміз, чүнке ашымыз әдей олмаджақ. Вақыт олғаны кебе ешімізні доғырмақтан башылаймыз. Мен башта қалбасқа шекел бермеге тұрышы жам. Демек колбаса азыр. Бірінші бутербродларымызны жиямыз. Дөлбер ма? Мен пек бегендім. Енді есе ішімізні ағыр жай апайық, весі чанчақ бутербродыны азырлайық. Бөлем-өлем сычанчықны қардашыма берердім. Араба шекілдікіні есе бабама, көбелек бұдырбұдыны есе анама, мантарына да өзім ашарым. Тек лезетле оған, аштатлы олсын. Женке, мен шымды мұсафырымы сақта алайф әтмеге теклеф әтем. Бүгін бізге пек мирақлы мұсафырымыз кележек ма? Пек мирақлы мұсафырымыз. Мен білесем, сережелеріміз де оны бегенір.
Ойле олса, мен де оны сабырсызлық мен беклейм. Бізде де абойле оғлан ве қышықлар олмағанады. Қаршылаймыз! Селем алейкум, хош келдің Сабрия. Алейкум селем. Арқадашлар, бүгін бізде мұсафырлікте кадетлер үйелешінің темсілжесі Гузель тостымыз Сабрия. Сабрия, кадетлік бұнедір, айлад бұзге. Кадетское движение – это движение, которое взращивает в школьниках такие качества, как благородство, ответственность, сила воли и выдержка. И также, конечно, приводит детей к очень хорошей физической подготовке. Я бүгінгі күнде бұй үйелешінің іштірак әткенлер насыл үшлерінен оғрашалар? На сегодняшний день мы проводим ежедневные процедуры, такие как утреннее и вечернее построение, проведение различных кадетских компонентов и подготовка наших танцев к прощанию со знамени у 9 класса. Весь этот месяц мы усердно готовились к участию в параде. Так как ежегодно наша школа имеет честь участвовать в параде, мы очень усердно и долго готовились к этому. Кадетлікте сені не мерехландырды? Сен бұл үйелешке насыл келіп чықтың? Изначально о кадетском корпусе я узнала в 4 классе по окончанию его и решила пойти на собеседование в кадетский корпус. Пройдя его, я просто пошла и начала учиться. Заинтересовало меня это заведение тем, что, во-первых, дисциплина на очень хорошем уровне, и оно имеет большое количество различных кадетских компонентов, которые очень интересны мне. Келечекте сен бумерахны девам этмеге истесенны? На данный момент я точно не знаю, кем я хочу стать, но я точно уверена, что все знания, которые я получила, обучаясь на данный момент в этом корпусе, пригодятся мне в будущем. Айтханларын мерахлы Сабрия. Бізде бұй үйелешіні білген балачықлар пек аз. Бүгін кімге сәлем жолдама қыздар едім? Хочу передавать привет всем учителям нашего кадетского корпуса, которые ежедневно помогают нам и развивают нас. Сабрия, сенен танышқанымызға пек мемні олдық. Мұсафырлікке келгенің үшін сау ол. Істеріңде муафакетлер тілейміз. Чок сауымыз. Білесің ма, Алия, мен кадетлік ақында ішіткен едім, ама бөле балаларынен да танышмаған едім. Мен де фемен білесем, сержілерімізді мұсафырымызды Гузель қабыл әттілер. Әбет, мен де бұнда айменім. Бізге чоқша бөле мерекілі мұсафырымызды дәвет әтмек керек. Шымды есен епеттікі рубрикамызды бақамыз. Привет, друзья! А это снова я и наш развлекательный центр «Знаниум». Ребят, что вы знаете про мосты? Какие бывают мосты? Железные и каменные, большие и маленькие. А слышали ли вы когда-нибудь про арочные мосты? Мосты могут быть скреплены бетоном, а могут быть связаны веревками. А будет ли держаться мост, если он ничем не скреплен? Конечно, будет. Вот он наш арочный мост. И он и вправду ничем не скреплен, но тем не менее держится. А если я вытащу один блок, наш мост развалится. Разве такое возможно, спросите вы? А я вам скажу, возможно. В физике все возможно. Чем же скреплен наш мост и как же он держится? Нашему мосту помогает не развалиться две физические силы. Начнем с силы притяжения. Со стороны Земли на наш мост давит сила притяжения, и она тянет наш мост вниз. А вот держаться блоком рядом друг с другом помогает сила реакции опоры. Каждый из этих блоков друг на друга опирается, и между ними возникает реакция опоры. И тем самым наш дружный арочный мост друг друга сдерживает. Арочные мосты – одни из первых мостов, которые люди научились строить. Существует версия, что начали строить их в Риме. А идею таких мостов люди позаимствовали у природы. Представьте себе, что где-нибудь в горе река пробивает себе дорогу. И вот гора над рекой тоже будет вот такой вот аркой. Ну, не такой, конечно, идеально ровной, но сжимая друг друга, камни будут образовывать арку для нашей реки. На самом деле арочные мосты очень прочные, и сейчас я вам это докажу. Это маленький арочный мост, но у меня есть арочный мост в увеличенном варианте. Посмотрите, вам не кажется, что он какой-то кривой и косой, да? Он тоже абсолютно ничем не скреплен, и если я на него выйду, мост совершенно не развалится. Даже если я попрыгаю, мост все равно не развалится. Даже если сюда вылезет 20 таких девочек, как я, мост будет крепко держаться. Ни гвоздей, ни клея, только сила притяжения, реакция опоры, и вот какой у нас крепкий мост получился. Ну что, друзья, а мы сегодня с вами узнали о существовании еще одного очень интересного моста, который держится без гвоздей и без клея. Вот такая она интересная физика. А мне пора с вами прощаться. Не переключайтесь, впереди еще много интересного. Пока-пока!
Афферин мухбрирамызге! Сөзсіра сөженеке бүгінгі күндері біз ораза байрамны қайдетеміз. Асында әлие байрамларны қайдетмеге пек яқшы адет. Байрамларда әдейелер бірмекте көзелер әкет. Есен байрамларға насыл бақшышларыны епасын әлие? Чеші түрлі ола, ама жоқысы вақыт бақшышларыны өз әлерімнен епмаға тұрышам. Бұ яқшы адет, мен де өле епмаға тұрышам. Біздің мұлбірлеріміз істе көзел рубрика велев қаларыны азырламаға тұрыша. Бақамыз, достлар! Мәрәба, достлар! Менің әдім Әлмазы. Бүгін сіз мен кезедем. Сіз ойнамаға сөйесіз мұн? Біз пек сөйеміз. Келіңіз бірлікте ойнайық. Зиявады көңілар бек пайдалы. Бұның үшін біз бүгін мұна бөйлемейден чықны сетіштік. Ясыз, достлар, чоқ-чоқ-чоқ маға, еді мен күбіз солын маға севесіз. Салынча бұл әжейіп әгілінде. Сөз келімей бөлі елерді идманда әдмеге мүмкін. Ама бөлі елерді әнекшісі өзерімізге яны достап мақты. Мен бақам әлие бүгінгі әзірліқларымыз яқшы олған. Әбет, әркес тақым жекілінде чалышқан сон, еш нәтижелері көзер ала. Ондан да башқа яйынымызда чоқ мирақлы сөзлер топланды. Доғыру, мен өзіме бөле бір қажданесіні қайт әттім. Лилет атымыз ісе бөле сөзлеріні топлап, лұғачық рубрикасына азырлады. Сейір әтеміз! Селям алейкум, балачықлар! Біз бүгін санке бір кемеде болынамыз, ама ұнутмайық, не ерде олсақ біле, ана тілімізні әр ерде яқшы білмек керекміз. Бүгінгі программамызда насыл сөзлер яңғырады. Хатырлайсыз мы? Келіңіз оларыны текрарлайық! Кадетлер йонелеші – кадетское движение. Темсілджі – представитель. Саланджак – качели. Кезмек – прогуливаться. Мейданчак – площадка. Идман – тренировка. Чапмак – бегать. Салланмак – качаться. Балачықлар, бүгінлік біз бұл тылсымлы кемені қалдырамыз, вене япамыз. Әлбетте келеджек программаларға азырланмаға кетеміз. Лұғачық рубрикамыздан айрылманыз, вяна тіліміздің гүзел біліңіз. Шымды есе достлар, әдет олған әкебі ярышымы сақта қатырлатамыз. Әбет, біз конкурс үшілеріні қабыл өтеміз. Бүгінгі күнге бойлы іштіракшілері бар. Бізге өз ішілеріңізіне еліңіз, ве конкурсымызда іштірак әтіңіз. Іштірақшілеріні, ве ғаліплеріні көзел бақшышлар беклей. Біз ісе бүгінке әйініміздің екінлейміз. Келеджек әферлерді, көрішкенде!